Тычком. Ты правильно говоришь, потому что надо, во-первых, длинно играть, потому что он играет вот так. Да. Да, надо и подачи длинные. Ну, либо самим играть, ну, этот, ну, топ подрезка. Длинные. Топ подрезка. Нет, я это сам. Я скажу так, что я направо ему вращал курсы. Он справа не это самое. Вращение. Серёга, готов играть? Кем? Бугеловский. Нет. Бугеловский, он не сильный. По очереди, некого вызывать, Серёга. Славу не погонял. Ну, давай, ладно. Корову не прыгнул. Бугеловский, Боголюбов, шестой стол. Давно так не было, я, по крайней мере, не понял такого присутствия большого народа. Ну, я просто не люблю. Ну, я просто редко участвую, когда я посидел еще. Это народу было. Нет, все хорошо. Тут же фу. Нет, они прям мощные, ребята. Ну, во-первых, там какая-то желтенькая, а там я без настроения играю. Ну, тут он в основном два шага проиграл, правда, но это там нет. Ну, уже я не попал в настроение, с остальными все. Ну, вот все нужно, да. Как Вадим? Ну, все проиграли. Печаль. Да ничего. Ну, что там, 8-11? Не то, что там. Кому-то? Да что ты знаешь, он все плохо. Или все прям прилетают, но не так все. Понимаешь, как тут. Очень много так делает. А всегда как и не сильнее. Что? Всегда как и не сильнее. Мне осталось только чай. Чай ему много любого. Чай как много. Да. Ну, Боголюбов умеет. Красный, ну,
это там обычно, да? Это только, да. Это все там. Дай мне,
кого я там выхожу с Мишей. Так, ты у нас побили вот этой пары. Так, сейчас, секундочку. Багдасаров выиграл со мной, да? Да. Боголь Багдасаров 5-100. Чирков, Мелков, 3-100. Первая полуфинальная встреча. Кудряшов, Игнатьев, 4-100. Четвертый. Приедем. А вот. Давай.